Самые новые воздушные суда в России отныне будут чаще приземляться в Кирове. Сегодня между правительством Кировской области и бюджетной авиакомпанией «Победа» было подписано соглашение о сотрудничестве. Подробности в репортаже Романа Четверякова. Авиаперевозчик с говорящим именем «Победа» пришел на смену бюджетному добролету, вынужденному летом прошлого года свернуть деятельность из-за санкций Евросоюза. Его преемник продолжил политику лоукостера на отечественных рейсах, связав ими целый ряд крупных городов России со столицей и курортами. Киров попал в список в конце мая, когда начались перелеты из Победилова в Сочи. Один из таких бортов сегодня приземлился рано утром. Входя в группу Аэрофлота, «Победа» сейчас обладает самыми молодыми лайнерами в стране. Боингам 737 нет еще и года, а они уже обеспечили комфортный полет десяткам тысяч людей и обслуживающему персоналу. У нас все системы компьютеризированные, есть сенсорная панель, с которой управляется полностью освещение, музыкальное сопровождение, информацию также можно предоставить. Вот. Это достаточно удобно в нашей работе. Спокойный перелет, хорошо взлетели, хорошо приземлились. Заполучить в партнеры «Победу» нашему региону оказалось не так просто. Переговоры шли достаточно долго, но все же стороны пришли к единому пониманию сотрудничества в плане организации максимально доступных перелетов для населения. Подписанное соглашение – первый шаг в этом направлении, обозначит в нем и первый маршрут. Мы открываем новый пункт, новый маршрут. С 1 сентября мы сегодня договорились. Москва, Киров. Будем по самым доступным ценам возить кировчан в Москву и москвичей в город Киров. Немаловажным моментом для губернатора было согласовать время вылета и прилета воздушных судов. Существующий график авиасообщения с Москвой требовал определенной корректировки как для простых пассажиров, так и для деловых людей. Из Москвы самолет будет вылетать там 22:30, то есть я вылетаю отсюда там 6:30 утра. Для меня, как для работодателя, это оптимальный вариант. То есть я понимаю, что человек, которого отправляю в командировку, полноценно отработает весь день, значит, и, собственно говоря, будет там максимально эффективно. Организация одного рейса сотрудничество с «Победой» не ограничится. Со слов главы региона, оно предусматривает стратегический характер. Изучив загруженность и востребованность авиалиний, в следующем году возможно открытие новых направлений с Победилова, используя бюджетного перевозчика. Роман Четверяков, Игорь Охотников, «Вести Киров».